Друзья, всем привет! Настал еще один день, на котором мы хотим испытать нашего самоделку. Это Гавруша и Мазда, то есть Таврия, и с двигателем Мазды, то есть машина с двумя двигателями. Мы на том видео показывали, как эта машина едет по грязи, по пескам, то есть по какому-то такому маленькому бездорожью. Сегодня мы хотим показать, как она едет по асфальту, сколько она вообще поедет. Попробуем максимальную скорость, но, наверное, дороги не хватит нам выжать максималку, поэтому мы попробуем выжать, что она поедет. Разгон до сотни, насколько быстро, может, попробуем и еще с какой-то машиной стартануть на ней. Ну, посмотрим, что получится. Поэтому мы поставили колеса штатные, без болтов, без ничего. Также и сзади у нас точно так же стоит. Что мы сделали? Восстановили радиатор, что вчера пробили. На том видео вы видели, что тянули на веревке это все. Сломали задний там радиатор на заднем двигателе. То есть, когда топили все это, вытягивали. Ну, а сейчас это все поставили, сделали. Ну, и хотим проверить на асфальте, как она вообще разгоняется и насколько весело она едет. Так что смотрите, наблюдайте за нами. Если вы еще не подписались на нас, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Так что погнали. Штурман что-то опаздывает. Форточку залазь. Сейчас ехали 140 километров, она на этом спидометре показала. То есть там на расстояние дороги было небольшим. Быстро взяла разгон, очень быстро. Таврия едет 140 километров. Третью. На Мазде была третья, на Таврии уже была пятая. Я включал пятую, но два двигателя валят конкретно. Спидометр она положит легко на Таврии, эти 160 завернет на второй круг. Сейчас еще попробуем тут круг дать, посмотрим, как она на месте. Гирнауды подаем. Посмотрите, что она может. Просто монстр. Как ощущение? Можно обкакаться после таких ощущений. Короче, что-то потраивает задний двигатель. Она не на всю мощность работала. Но, конечно, какой-то полный привод такой интересный.
Она бернауды по кругу, копеечки так называемые, она не хочет крутить. То ли не хватает оборотов, но задний двигатель рвет нормально. Но когда начинаешь на полном давать газу, то интересно, прикольно. Конечно, страшно, адреналин прям весь внутри. Вжимает. Сиденье еще вжимает. Попробуем. Сиденье, конечно, оно вжимает. Когда ты включаешь передачи, задний двигатель подхватывает, оборотов добавляет, то она рвет реально хорошо, очень дубасит. Просто класс. Пробили, наскочили на камень. Поехали. Спустило. Наскочили на камень, не видели в поле, который камень. Короче, думал, переднему колесу все. Оказалось, погнули диск заднего и сдуло. Сдуло его пополам, только снизу, сверху оно накачанное. Ну, валит она, конечно, страшно очень. По гравейке нету еще таких навыков и каких-то вообще ролейных, поэтому мы не учились нигде. Очень страшно, когда впереди столб, но на полном приводе сразу чувствуется. Когда выжимаю сцепление, и чтобы передний привод не работал, только на заднем, ее начинает носить, потом добавляю газу на переднем двигателе, ее вытягивает, становится вообще класс, просто прет как танк. Ну, я понимаю, что мы немножко, наверное, их подубиваем такими покатухами. Ну, а что сделаешь? Так что вы наблюдайте дальше, что мы будем делать. Смотрите, подписывайтесь на канал. Мы будем дорабатывать, усовершенствовать эти автомобили. Будем уже приводить какой-то внешний вид. Где-то будем лифтовать, поднимать их, чтобы она была более такая проходимая. Так что ставим лайки. Всего доброго. Пока. Ну, друзья, как... Идем мы посмотреть, вот это чудо, которое торчало из земли, знаете, его сильно не увидишь оттуда, но ровненько. Как раз он ровненько нам и щелкнул по колесу. Передняя колея уже, и передняя колея прошла, а задним колесом мы ударили, и
И сразу же пробили колесо, щелкнули. Так что на такой скорости ты не увидишь просто-напросто, что там. Да и машина не подготовлена к этому, но мы делаем все, что можем.